Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня поговорим с вами о сроках посева томатов, семян томатов. Спрашивают у меня, пора сажать или не пора. У всех регионы разные. В разных регионах высеваем по-разному. То есть северные регионы, южные и средние полоса. У меня дача в Московской области, в средней полосе. И у меня свои регионы, свои сроки. Свой регион и свои сроки. И также еще мы отталкиваемся от сроков томатов. На томатах написано, какой у них срок созревания. То есть у нас существует несколько видов томатов, которые идут ультраскороспелые, раннеспелые, среднераннее, среднеспелые и позднеспелые. У всех томатов здесь написано, какие они. Вот, допустим, скороспелый томат, среднеспелый, раннеспелый, позднеспелые томаты я не сажаю. Получается, я их высаживаю в мае, в июле я начинаю уже снимать первый урожай. И до поздней осени все верхние ярусы томатов, они даже среднеспелые и раннеспелые, они все равно растут, завязываются, наливаются. То есть мне этого хватает. Для средней полосы, для Московской области позднеспелые томаты не вызревают. Зачем мне их ждать до сентября, когда мы уже начинаем с конца июня кушать томаты, и продолжительные у нас получается отдача урожая продолжительная. Поэтому, значит, у всех сроков, у всех регионов и у всех томатов свои сроки. Если томат у нас получается ультраранний, мы считаем, да, считаем и сеем каждый свое время. У некоторых, конечно, теплицы отапливаемые, поэтому от моих сроков не отталкивайтесь. Я скажу, в какие сроки буду сажать я, потому что у меня спрашивают, в какие сроки будете сажать, расскажите нам, будете сеять. Ран я сеять не буду. Вот, например, ультраскороспелые томаты, у них срок созревания 80-85 дней. Значит, рассаду высаживаем в грунт где-то 40-50-дневную. Тогда эти томаты нужно сеять на рассаду 1 апреля. 40-50 дней они будут в середине мая. Их мы высаживаем в открытый грунт. Даже бывает еще и рано в открытый грунт их высаживать, потому что еще возвратные заморозки. Но приблизительно вот так. У кого-то теплицы отапливаемые, значит, у вас свои сроки высева, и высаживаете вы. Дальше. Следующие идут раннеспелые томаты. Они от сходов до начала созревания пишут 90-95 дней. Значит, рассаду среднеспелых, раннеспелых томатов мы высаживаем в возрасте 50-55 дней. Это я их буду сажать, сеять в середине марта. Вот, в середине марта. Дальше. Средне-ранние томаты, средне-ранние, 100-105 дней созревания. Значит, рассада у них должна быть 55-60 дней. Эти томаты я сажаю в первых числах марта. И также, получается, в середине мая высаживаю в теплицу и там чуть позже в открытый грунт, чтобы они не переросли. Так, среднеспелые томаты, которые срок созревания 110-115 дней, все нужно смотреть на пакетиках. Если у вас свои семена, вы тоже знаете, в какие сроки у вас созревают семена. Вот, значит, среднеспелые 110-115 дней, рассаду, сеем на рассаду в середине февраля. И в возрасте 60-65 дней, 2 месяца, там чуть больше, да, в середине февраля, март-апрель, в мае уже мы высаживаем, уже рассада у нас в теплую землю идет и хорошо растет.
А совсем поздние томаты, я уже сказала, я не сажаю. У поздних томатов срок созревания 120-130 дней. И рассаду высаживаем 70-80 дней. Значит, эти томаты, которые позднеспелые, их надо высаживать в первых числах февраля. Уже скоро нужно будет высаживать. Кто живет в теплых регионах, у них свои сроки, свои там сорта и гибриды томатов, на которые они сами ориентируются. Я не знаю, в южных регионах уже, наверное, пора сажать. Поэтому мне пишут, когда будем сажать, покажите. Я рано сажать не буду. Тем более я еще нахожусь в Москве, у нас здесь ремонт. И, в общем, я сеять томаты буду в начале марта. Перцы и баклажаны, может быть, уже в конце февраля, но тоже посмотрю. Они тоже перерастают, переросшие они тоже никуда, у них с них плохой урожай, поэтому потом с ними мыкаться. Вот, значит, я вам рассказала, какие сроки буду сажать я. А вы ориентируетесь уже по своим регионам. Так что всем желаю богатых урожаев. Всем пока!